поисках, куда деть свою неуемную энергию, подростки нередко находят ей применение именно в порче дорожных знаков. Покореженные, разрисованные, обклеенные дорожные знаки не только нарушают общий городской порядок, но и подвергают опасности участников дорожного движения. Все-таки дорожный знак – это первоочередная информация водителей, пешеходов, ну и вообще в целом населения. К тому же, как отмечают специалисты, восстановление одного такого знака обходится городской казне в немалую сумму. Администрация вынуждена выделять определенные денежные средства на замену данных дорожных знаков. Имеются у нас статистические данные. С января месяца по август включительно было заменено порядка 90 дорожных знаков различных категорий. В денежном эквиваленте это получается где-то ориентировочно порядка 130-135 тысяч рублей. То есть вот на эти деньги, допустим, мы бы могли установить современные, хорошие дорожные знаки. Продолжаться это будет до тех пор, пока виновные не будут пойманы. Но рано или поздно это произойдет. Отвечать тогда им придется по всей строгости закона. Хотелось бы предупредить жителей города, что за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей. Плюс к этому штрафу еще будет возможно наложено, то есть сама стоимость дорожного знака. Кроме того, за данное правонарушение предусмотрена и уголовная ответственность. А это уже детскими шалостями не назовешь. Сейчас с сотрудниками транспортного отдела совместно с комитетами общественного самоуправления уже ведутся мероприятия по выявлению таких вот подрастающих вандалов. Екатерина Задовская, Николай Молодёнов, Новости 24, Муром.